Вот это состояние вы прижимаете, потому что если будет сразу браться за хват, то будет неперво. Еще раз. Уважение условия. Теперь перед собой. Эта рука ко мне. Вытяни. Выдыхай. Два. Отсюда как? Да. Вы спрятались, закрылись и потом открылись. Зажато. То же самое. В тот момент я даже не жду, когда он пойдет за меня за спину. Я иду вперед. Но начинается все с хитши. Научитесь брать захват. Ваша точка – захват. Вы потом можете что-то с ней делать. Вот она линия. Ногу убираю, чтобы он во время вот этой точки не обхватил мои ноги. Видите, положение. Обхват. Второй тоже кушает. Вот это ощущение. Обхватывай. Давай легче плечо. Ура. Начинается так же. Только теперь вот эта нога заходит и резко в обратную сторону. Сохранение, захват. Видите, она у меня где? Не здесь. Если она будет здесь, я ее потеряю. Ушел с ней. Сюда зашел. Отпустился захват. Мне стало, да, он вышел. У меня все время по отношению к нему дистанция. Теперь уход с линии. Дистанция. Я пошел на ура. Так получилось, что что-то ничего не получилось. Хорошо. Раз. Вот тебе с ним. Раз. А тебе, может, уже и не нужна. Здесь очень опасно. Почему? Потому что я опустился достаточно низко, а он полетел в ту сторону, происходит реверс. Реверс происходит вот такими ногами, все равно работаем с локтем. Даст мне как раз импульс
то, что она меня держит, и я же от нее же отталкиваюсь, чтобы зайти за спину. Не обязательно, что вы его выдергиваете. Важно, что вы зашли. Yeah.